Андрей Мерзликин сейчас с женой Янной и тремя детьми находится в Швеции. Всем семейством Мерзликин сходила на чемпионат мира по бенди или по русскому хоккею, хоккею с мячом. За выход в полуфинал боролись Россия и Финляндия, и Россия вышла, выиграв со счетом 3-2. Поклонники порадовались за Андрея, которому повезло попасть на такой важный матч. Но обеспокоило их другое. Погода в шведском Витенборге сейчас минусовая, идет снег, а Мерзликин опубликовал снимок себя, лежащего в бассейне с водой. И возникает полное ощущение, что он сейчас превратится в льдину. Андрея тут же забросали вопросами и комментариями, это экстремальные съемки фильма. Не боитесь заработать воспаление легких? Куда смотрит ваша жена, это ж просто страшно. Мерзликин решил совсем замерзнуть. На их вопросы ответила жена Андрея Анна. Это просто горячая ванна при сауне, но на свежем воздухе. Так жарко, что даже голова не верзнет. А мужчины мои даже в снег ныряли оттуда, с улыбкой призналась Анна.